Итак, парни, всем Нурсултан Леонид Кучма алейкум. С вами, как обычно, я, Шини Десу. И сегодня, в данном видеоролике, я вам хочу продемонстрировать такой новый, абсолютно инновационный баг в Сампе, как, вы будете в ахуе. Но я не буду сразу назвать его название, сейчас, то есть, буду подержу немножко интригу. Сразу скажу, не нужно меня хуесосить, если вы знали об этом баге, не нужно. То есть, но это реально фак мой мозг. То есть я вот узнал об этом баге реально абсолютно недавно, но это реально взорвало мой мозг и мое сознание в мире Сампа. То есть, ладно, не буду больше тянуть, перейдем сразу к сути бага. Вот это, ну, ребят, реально приготовьтесь, это взорвет ваши мозги нахер. То есть лучше обвешайте комнату чем-нибудь, чтобы не запачкать стены. Смотрите, короче, показываю один раз, потому что получается не всегда. При использовании наркотиков на сервере вы можете сбить анимацию, и вы, ну, короче, не будете стоять. Я в шоке, ребят, это реально, я просто в ахуе. Я клянусь, я когда узнал, я сначала не поверил, я удалил этого человека, который рассказал мне об этом из друзей ВКонтакте, то есть, ну, принял реально серьезные меры, но это шок-контент. То есть, вот, как бы, ребят, пользуйтесь, пока не пофиксили, да? То есть, вот, как бы, это баг реально невероятный. Так что, ребята, блядь, вот я в шоке. У меня просто слов нет, понимаете, мой словарный запас ограничивается вот после того, как я узнал об этом. Это пизда. Ладно, на самом деле, в этом видосе я все-таки расскажу что-то полезное. Все-таки не могу я просто постиронировать на 3 минуты и заставлять его ставить классы. Значит, поясняю, в чем суть не эвационного, не нового, не бага. То есть, ну, то есть это баг, да, но о нем многие игроки знают и, блядь, шумит, когда бегает. Вот. Нахуя кто о нем знает, и я не буду присваивать его себе, просто когда меня в следующий раз спросят, типа, как я это делаю, я буду скидывать, ну, не чей-то другой видос, кто уже объяснял об этом, а свой, почему я должен кого-то другого рекламировать, правильно? Правильно. Вот. За что ты меня уволил? Иди нахуй. Так вон. Так вот. В общем, поясняю. Вот вы хоть бегаете такой, да, вот это, бегаете, это весело, вот играете, выход от Зондерес мультиплеер, ну, нормально, короче. Но вот захотелось вам вот на крышу вот это вот запрыгнуть, вот ты прыгаете, вот это вот и прыгаете, и прыгаете. Ну, вы понимаете, что вы дебил и запрыгнуть не можете, потому что, ну, нельзя. Но с помощью такой хорошей программы, как Quick Builder, да? Ну, то есть, которым я пользуюсь, потому что я динозавр ебаный и не знаю существования других программ. Вы можете забиндить одну клавишу и вуаля. Опа! Даже с первого раза получилось, господи, я не обосрался. Ребята, в общем, этот баг там называется что-то Double Jump, что-то такое. Там, вот прикольно, короче, можно прыгать и типа высоко. То есть, ну, он типа работает у меня не всегда, потому что я рак чертовый. Но если придрочиться, то можно, типа, вот так обузить прыжки. Клёво он работает, на самом деле, на Сампропе, потому что там анимации подлиннее. Как бы это, ну, типа, глупо не звучало, можете зайти на Сампропе и сами попрыгать. Вы охуеете от того, какой там длинный и долгий прыжок. Вот. И, в принципе, я сбился с мысли, сука, дебильные видеоролики вот эти вот ютубовские. Так вот. С помощью бинда клавиши, значит, можно вот так вот прыгать. Так вот, можно вот так вот запрыгивать, да, бегаешь такой, ты захотелось сюда запрыгнуть, сюда. Бегаешь, такой весело, ты веселишься, сам играешь, сам пора, весело. Вот, использовал тот же баг вот при сбитии анимации, да, что показывал я, вот, значит, за 20 секунд до этого. С многой хуйней на самом деле так вот, например, вот сюда вот ты. Ну ладно, сюда и так можно запрыгнуть, хуёвый, блядь, пример. Ну вот, блядь, вот сюда, ну вот точно, никак ты, блядь, вот просто так не запрыгнешь. Вот ты видишь, ты бегаешь, ты долбишься, ты не можешь. У тебя все безысходность, ты страдаешь от того, что не можешь запрыгнуть на крышу. Но используя этот баг, три раза уже использовал, блядь, вот. Используя этот баг, у тебя все получится. И тебе не нужна никакая машина, там, или подсадка, блядь, другая, я хуй знает, как это еще, типа, тут работает. Вот. Так что вот такой вот, ребята, бах в Сампе. Кстати, хочу напомнить, что я играю на проекте Еболь в ролеплей, ссылка в описании, на 02 сервере, 01 говном. И играю за банду Groove Street Gang, Yo, Castle, Nigga, Bitch, Shit, Man.
Так что давайте все закидывайтесь, кто хочет играть со мной. Вводите при регистрации промокод хэштег вкачено. И по достижению какого-то там левела, то получите деньги. Так что давайте. Так что давайте там, качайтесь, не обкончайтесь. Пока. И вот сидишь такой, казалось бы, все, он сделал видеоролик. Типа, ура, рассказал чувакам про то, как делать баг в сампе. Потом вспоминаешь, что ты просто прыгал в сампе и нихуя им не рассказал. Ставь лайк, если жизненно. Так, короче, парни, есть вот такая вот замечательная вот программка, QuickBinder, да? И вот ее открываете и делаете все точности, как я. Биндите любую удобную вам клавишу, в моем случае это 0.5, и вписываете одну любую цифру или букву, но только одну. Это, ну, это важно, потому что если вы пишете больше, то персонаж в сампе начнет продолжать анимацию разговора, и вы не сможете залезать на здание. То есть вы будете на них запрыгивать, чуть-чуть висеть и падать вниз, потому что у вас будет анимка залезания сбиваться анимкой разговора. Короче, это все сложно, не думайте об этом, это вам нахуй не надо. Просто биндите что-то одно, вот один символ обязательно, все. Обязательно здесь ставим галочку Enter, все, сохранить, скрыть и заходим в GTA San Andreas Multiplayer. Сейчас это хуйня вот эта вернется, и заходим в GTA San Andreas Multiplayer. Как только мы зашли, мы умерли. Ага, ну это не важно. Выйди сюда, ебаный. Вот. Так в чем суть бага? Пока вот вы бежите, так вы бежите, и вот когда хотите прыгнуть, вы должны одновременно нажать и кнопку прыжка, ну, на что у вас установлено там на shift, на пробел, у кого как. И в это же время, ну, начать флудить как ебанутый вот по кнопке, блядь, которая у вас забинжена на одном символе. В моем случае 0.5, напоминаю. Вот. Вот такая вот хуйня у вас будет получаться. Будете прыгать, там вот это вот перепрыгивать. У меня не всегда получается, например, потому что я идиот. То есть у вас все должно нормально работать, в принципе. Вот так вот бежишь, можно нормально, в принципе, вот пока что без пробоев 5 раз подряд сделал, сколько там. Вот, так что вот такой вот баг, и надеюсь, на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем спасибо. Наконец-то, блять, могу сказать, пока. Завтра еще сделаю видеоролик, где поздравлю с Новым годом. Ха-ха. Все, давайте там. Пиздуйте отсюда.